Доброе утро всем с Кипра. Жаркий, пламенный привет. Сейчас мы начнем, будет очень интересно. Всех жарко. Субботним днем, прекрасным днем. Знаю, что в России где-то уже выпал снег. Я сегодня решила провести свою школу, свой прямой эфир как раз на улице, где прекрасная погода, светит солнце и вообще классное настроение. Не хочется сидеть дома, где-то там... В общем, дом у нас прохладнее, чем на улице, так скажем. Поэтому хочется погреться и поделиться этим теплом со всеми. Всем привет! Итак, дорогие наши партнеры, в принципе, сегодня я свою встречу начинаю именно для партнеров, потому что мне хочется раскрыть сегодня, скажем, большой путь к процветанию. И сегодняшний час я посвящу тем людям, кто сегодня ищет возможности. Итак, сегодня я как сооснователь компании Geltor System хочу провести некий диалог с обратной связью, который вам даст сегодня очень много, скажем, зерен для размышления и к действию, большой-большой, скажем так, потенциал. Да? И на сегодняшний день я хочу опять напомнить всем, что мы продвигаем, конечно же, сетевую компанию Geltor System, но вы должны понимать, что сетевая компания сильна, насколько сильны ее дистрибьюторы. Поэтому я сегодня хочу вам дать понять, что сегодня сам дистрибьютор может создать у себя на пути. И благодаря этому сделать большой-большой размах международной самой же компании. Потому что компания без сильных дистрибьюторов, она тоже слаба. Поэтому моя задача вам сегодня показать сильные стороны самой компании, чтобы вы сегодня раскусили, друзья, эту прекрасную возможность и воспользовались ей в полной силе, в полной мере. Итак, в принципе, сетевые все системы служат для чего? Для распространения чего-либо, да? Для продукта, товара или услуг. Что же нужно сделать такого, чтобы начать с нами зарабатывать, с компанией Geltor System? Друзья, у нас сегодня уже классные есть показатели, которые показывают наши партнеры в скриншотах везде. Сколько они зарабатывают в день? У нас есть и $1000 в день, и более. То есть это сегодня реальные факты финансовые, да, которые сегодня показывают наши партнеры. То есть все зависит от того, насколько вы сегодня углубитесь в тему. В принципе, вы должны в нашем бизнесе, да, это помогать другим на пути к успеху. Каким образом? Наша суть заключается вообще в простом. Компания распространяет очень шикарную систему знаний. Система знаний сегодня очень важна, необходима для любого человека, потому что не все люди могут находиться в ресурсном состоянии и выходить из каких-то там проблем, задач быстро, да, и успешно. Поэтому наша система знаний, она позволяет, конечно же, любому человеку собраться с мыслями, собраться, как говорится, в кучу, да, и определиться, что же в жизни не хватает, что он не додает сам, и какая есть система готовая, проверенная, грубо говоря, которую можно уже и пользоваться, и в принципе ее рекомендовать. Потому что наша вся суть всех партнеров компании Geltor System, она заключается в том, что мы сегодня, именно продвигая, начинаем зарабатывать. У нас есть шикарная партнерская программа, которая сегодня как раз и дает эти все финансовые показатели. И любой партнер, который воспользовался системой, которая сегодня просто раскрыла жизнь по-другому. Поверьте, люди, меня эта система вообще полностью изменила. И я так скажу, что я раньше как-то однобоко смотрела на жизнь и не всю ее видела, да, всю ее как бы все стороны эти прекрасные. На сегодняшний день я начинаю практиковать каждый день все вот эти практики, знания, да, не через теорию, да, читать, посмотреть, а именно через свою практическую жизнь. То есть с утра самого, когда просыпаюсь, когда засыпаюсь, в течение дня. У меня есть процессы, которые я начинаю контролировать, которые я начинаю некоторые уничтожать, потому что они мне мешают жизни. То есть я меняю свои убеждения, и у меня начинает жизнь по-другому, соответственно, идти вообще. Все по-другому. И сегодняшний пример прекрасный показали Казахстан. Буквально вчера начался у них тренинг, и наш учитель, который преподает нашу систему, Корнеев Александр, приехал в Казахстан, и просто там был такой огонь, там было столько эмоций, там было столько откровения. Я вчера смотрела вот эти сторисы, у меня даже слезы на глазах были, потому что она настолько
вот эта среда, пространство, оно настолько искренне, настолько оно в помощь людям, что, знаете, бывает, даже слов не находишь, когда вообще понимаешь, что происходит. Ну, есть такое, что нету, бывает слов. Но что-то хочется подобрать, но вот их нет, да? Но вот хочется вот сейчас мне подобрать. Потому что вчера были такие встречи искренние, и сторисы у наших казахских лидеров, партнеров, которые я смотрела в Инстаграме, до глубины души тронули мое сердце вообще. Просто я смотрела, радовалась, у меня сердце ликовало, потому что партнеры пользуются продуктом, они действительно этим продуктом пользуются и имеют крутые результаты. Они освобождаются от всякой дряни внутренней, да, даже от болезней, потому что от нашего непонимания в жизни, конечно, у нас происходят процессы очень негативные в нашей жизни. Давайте с вами признаемся себе, что от того незнания, что происходит в нашей жизни, мы получаем очень много по голове. Вот, вот реально. Я в своей жизни много получила шишек, потому что я не понимала, что происходит. Но я делала как что-то так наобум, иду вперед, не зная ничего, что, с чем я встречаюсь, с чем я сталкиваюсь. Поэтому наша задача всех партнеров, на самом деле, чтобы успешно здесь вообще зарабатывать, развиваться, жить, процветать, самим пользоваться этим продуктом, который предлагает сама компания Geltor System. Вообще Geltor System... В самом названии вы должны понимать, что заложен очень глубокий сакральный смысл, и это не просто сетевая компания, которая сегодня вошла на рынок бабло зарабатывать. Я хотела бы, чтобы вы поняли, что с самого начала даже названия это Geltor System, да, Тор – это территория осознанного развития, это основа нашего пути, потому что без развития, да, без развития личности, без понимание этой прекрасной жизни, мы не сможем двинуться и заработать много-много денег, если только заработаем на немножко, на чуть-чуть. И я в своей жизни проходила такие периоды, когда я зарабатывала деньги, не осознавая, они приходили и уходили как вода, просто уходили как вода, все, они ушли, их нет. Сегодня я понимаю, насколько сегодня опыт уже весь сгенерирован, да, мировой опыт, он уже находится в трудах, этим трудам миллионы лет. И давным-давно пора понять, что здесь новый велосипед бесполезно как бы изучать, да, и сочинять. Проще всего взять некую систему, которая уже помогает людям, да, и за достаточно короткий срок начать уже какие-то практиковать интересные действия в своей жизни, то, что ты ни разу не делал. Это не страшно, это абсолютно не страшно, это очень интересно. И моя задача сегодня, в принципе, на этой встрече, просто показать действительность, реальность, в которой мы сегодня живем, и дать вам некие даже задания, практики, которые вы можете сегодня, уже сейчас применять, и уже видеть какой-то внутренний импульс, который дает классно действовать, хочется действовать. Поэтому, смотрите, вы должны понять самую главную вещь, что весь главный элемент работы в любой сетевой компании, друзья, это контакт от человека к человеку. И когда идет в любом бизнесе абсолютно, неважно, занимаетесь вы сетевым бизнесом или вообще находитесь просто где-то в офисе по найму, вы находитесь среди людей. И самый главный элемент работы – это всегда будет контакт от человека к человеку. И вы должны понимать этого человека, знать его жизнь, понимать его поведение. И сегодня, по сути, мы продаем программу понимания этого поведения человека, понимания этой жизни. И сегодня гораздо быстрее можно прийти к результатам, когда ты понимаешь просто, что происходит, а не тупишь и не стучишься лбом об стенку. «А, что же я такая несчастная? Почему не получается? Почему эта скотина живет так? Почему у этой денег больше? А почему я такая несчастна?» Итак, друзья, в этом вся кроется и заноза. Ее нужно срочно вытаскивать, срочно. И у всех есть такая возможность просто путем действительно, если убрать сегодня вашу гордость, да, поработать с эгом, ну, хотя бы на чуть-чуть, просто открыть глаза и сказать: «Так, что, я про Geltor System уже слышал, дайте-ка я хоть правда посмотрю, о чем там хоть речь». Ребята, вы когда копнете глубже, да, вот, после названия Geltor System, вообще о чем там речь, то вы поймете, насколько там плодотворная почва, где может вырастать и процветать все, что хочется. Это может быть процветание семье, это может быть процветание бизнесу, когда есть понимание, когда ты начинаешь изучать знания, начинаешь практиковать это все, у тебя начинает процветать весь круг вашей коммуникации, потому что вы, как человек, я просто вчера наблюдала ситуацию очень интересную,
когда люди, скажем так, ну просто реально были в истерике от того, что произошло. Они просто бились в конвульсиях, что такое, почему это было со мной, и они не понимали, им было тяжело, у них текли слезы, и вот такая была ситуация интересная. Но фишка заключается в том, что из этих всех, скажем так, подвальных состояний есть тот канат, из которого, по которому нужно подняться наверх. Есть пространство, где всегда светит солнце, абсолютно всегда. Когда ты начинаешь двигаться по системе Gelter System, и ты начинаешь практиковать простые практики, простые, с самого раннего утра, и ты начинаешь понимать, что здесь прикол-то даже не в сетевой компании, вообще не в сетевой компании, а в том, что сегодня дает сама как продукт эта сетевая компания. Поймите, все изменилось в жизни, абсолютно все. Изменилась сама концепция MLM вообще. И есть, конечно, старые модели, которые пытаются что-то там заработать, какие-то старые матрицы дать, какие-то там бинары втюхать. Это, ребята, сегодня не работает. Вот наша задача компании Gelter System, особенно сооснователи меня и Галины, меня, Елены Кононовой и Платоновой Галины, это вам показать другой путь, открыть другое видение, показать другие горизонты, что есть совсем экологичный бизнес, где никто никого не обманывает и никто никуда не тащит. Мы сегодня действительно раздаем, скажем так, богатство своего опыта, потому что то, что сегодня наработали мы, сегодня помогает уже тысячам людям, тысячам, и на этом люди зарабатывают и благоухают по жизни. Это сегодня очень важная штука. И чтобы вам сегодня на старте, да, каким-то образом, даже пускай не к заработку, а вообще на старте своей жизни остановиться и подумать, в чем же дело, почему у меня что-то не получается, я вам предлагаю вот что. Возьмите листок и напишите, как бы разделите ее на две стороны, листочек, да, потому что начинать следует только с себя, определиться, что я боюсь и что я хочу. Так вот, на листочке, вот на одной стороне пишите, что я боюсь, а на другой стороне пишите, что я хочу. Искренне, пожалуйста, пускай это будет ваше личное откровение, поработайте с собой вместе, наедине, и посмотрите все со стороны, насколько сегодня картина, она, ну, настоящая. Не прячьтесь сами от себя, потому что если вы будете прятаться сами от себя, вы будете отдалять все возможности, которые приходят в вашу жизнь. Ребята, я просто сегодня делюсь уникальными возможностями, которые просто, ну, я не знаю, и меняют мою жизнь вот каждый день, и меняют, я просто вижу, что творится с партнерами, с нашими командами, которые действительно, ну, просто меняются на глазах, меняются их улыбки, слова, вообще выражения, все другое. И это на самом деле классно. Поэтому обязательно проштудируйте свой внутренний мир, и благодаря этой бумажке, конечно же, вы поймете, с чем вам придется работать. То есть в графе, где боюсь, у вас будет, конечно же, импульс, конечно, я не хочу, я боюсь трансформации, а что же там нужно делать, это может быть страшно, это может быть больно, я этого не знаю и так далее. То есть маятники вас будут раскачивать серьезно, и эти маятники, они работают во ваше благо. Вы должны сегодня принять то, что на вас сегодня давит, и отдаться как бы, ну, этому что ли признанию, да, я боюсь, да, меня качает, но дайте намерение свое вы должны выразить. То есть намерение заключается в следующем. Я хочу изменить что-то в жизни или нет. То есть наша задача, по сути, поработать с самим собой, и чтобы ваша вот эта бумажка дала вам понимание уже со стороны. То есть обычно, когда мы себя в жизни наблюдаем, мы себя не контролируем. Ну, то есть мы не наблюдаем, не контролируем, не видим, что мы говорим, как мы выглядим. Но когда мы начинаем в себе разбирать разные детали и рисовать их на бумажке, и писать, выписывать что-то, да, мы начинаем анализировать. И потом мы видим, что, над чем нам нужно поработать. Вот эти страхи, на самом деле, они есть у всех. Вот признаюсь вам, что они есть у меня, они есть до сих пор, они есть в разных количествах, да, бывает их нет, бывает я свободная, бывает я в таком нахожусь осознании, в таком классном понимании, что я вообще, мне ничего не страшно. А бывает, опять же, маятники качают. Они каждый день раскачивают с какой-то стороны тебя. И это нужно тренировать. И наша система Gelter System как раз дает возможность воспользоваться инструментами, где сегодня у вас на пути есть конкретные
действия, да, конкретный план действий, который вы просто делаете, как в тренажерном зале любой тренер дает какую-то там программу, вы ее не знаете, но вы доверяете тренеру, просто ее делаете, и у вас формы появляются красивые. Вы натренируете, у вас красивая попа, у вас красивые руки, у вас красивая фигура, да, это все благодаря тому, что есть знания тренера, и вы ему доверились. То же самое здесь. И вы должны довериться, что есть такой, в принципе, да, у нас целый тренировочный зал, есть тренер, есть система, и по системе можно заниматься. И вы можете эти страхи уничтожать, отрабатывать каждый день. Да, маятники будут раскачивать, да, будет искушений целая куча, да, захочется все бросить, да, это труд. Да, это труд, но этот труд вам даст такую трансформацию, даст такое в жизни изменение крутое. Это волшебство в вашей жизни будет происходить то, о чем мечтает каждый человек, потому что некоторые, они хотят, но не знают, с чего начать. Поэтому я сегодня вам искренне от всего сердца рассказываю про такую возможность, чтобы вы откликнулись и просто начали изучение сами. То есть ваша задача, как любого, в принципе, дистрибьютора компании, да, это совершить покупку, попробовать продукт, естественно, подключиться ко всем чатам компании, к ее каналам к информационным и просто поделиться этой возможностью с другими. Все, у нас это просто. И компания находится в таком, в легальном положении, в такой хорошей ситуации, в таком тренде, в такой благоприятной почве, что здесь, вокруг ее ходить уже смешно. Я сегодня просто вам рекомендую зайти, действительно совершить покупку, попробовать продукт, ощутить, насколько сегодня практики работают, как это полезно, какой вы полезный будете человек в конце концов. Вы будете излучать то, что будет притягивать. Просто я себе сама даю каждый день зарок, что да, я это все знаю, зачем мне это нужно повторять, а ребята, каждый день нужно повторение, каждый день, и мы формируем каждый день привычку. Это то же самое, как опять же тот же спортивный зал, мы приходим и начинаем что-то привыкать к какому-то движению, да, мышцы сначала болят, они скрипят, там начинают, меня даже однажды тошнило в спортзале, когда я начинала делать какое-то упражнение, там целый цикл, мне было до тошноты, мне голова кружилась, мне хотелось выйти из этого спортзала и бросить к черту это дело, понимаете? Мне не хотелось уже заниматься. Вот такая была слабость, я ее признаю. И то же самое здесь. Но зато какие результаты дает спортзал, какое ты видишь тело классное, какое ты чувствуешь внутри подъем, сил сколько, да то же самое здесь. Нужно каждый день просто это начинать развивать, это практиковать, просто каждый божий день, и не бояться, главное. Наша компания учит выбирать реакцию. Я научилась выбирать реакцию, и мне понравилось, что я поняла, что все события в жизни, они уже расписаны, но у нас есть только один, выбор только в одном, это выбрать реакцию на какие-то происходящие события. И здорово, что эта реакция у меня уже сформирована. Я радуюсь каждому моменту, что я не злюсь, что я не хочу обратно отдать то говно, которое я получила, я не хочу делиться и вариться вот в этом, как говорится, 3D-мире, да, как у нас компания называет все разные знания. Вот. Я хочу действительно находиться, что бы ни случилось, в состоянии радости. И это, ребята, нужно практиковать. Это очень большой труд, и это очень интересно, и этот труд тебя вознаграждает большим количеством и денег, и классных коммуникаций, и событий в жизни. Появляются удивительные люди, удивительные события. Все меняется на глазах только тогда, когда ты находишься в этом состоянии. Я хотела бы, чтобы вы понимали и приняли мой импульс, я говорю абсолютно от души, и сегодня моя школа, которая сегодня открыла для всех, и поэтому я сегодня советую вам вообще знакомиться с людьми, которые пользуются таким продуктом, да, общаться в чатах, общаться, стремиться навстречу с теми, кто развивается и кто получил в жизни что-то больше, да, чем вчера. И мне хотелось бы, как сооснователю компании Digital System, объединить этих людей по всему миру и встречаться, праздновать жизнь, меняться опытом, успехом, давать признание. Мечтаю в нашей компании дать признание всем нашим миллионерам и духовным, и материальным, и энергетическим, потому что в любом случае наши все миллионеры, они задаток
большой энергии. Потому что никогда никто из истории в миллионерах, никто не был миллионером. Просто так. У всех была энергия. Было много энергии, было много слов «хочу». Было много внутри всего, что двигало к работе, к действию. Если у вас нет энергии, дорогие мои, если у вас нет энергии, то сегодня вы будете соответствовать уровню вашей энергии. Если у вас в кошельке 3 рубля, соответственно, у вас энергии в том же количестве. Поэтому наша компания, естественно, позволяет раскрывать некие тайны сакральные, где сегодня вам даются такие ключи к пониманию, как где брать энергию именно из пространства. Поэтому кто сегодня пользуется в нашей компании этими знаниями, системой, они прекрасно понимают, о чем я говорю. А кто не сегодня первый раз слышит об этом, я вас поздравляю, сегодня у вас есть путь к решению разных задач, абсолютно. И сегодня, если мы будем все вместе встречаться, коммуницироваться на этих высоких вибрациях, и, соответственно, вместе встречаться, практиковать интересные новые штуки, которые дают опять новое изучение пространства, себя в мире. Вы знаете, сколько всю жизнь, вот есть такая фраза, вот всю жизнь мы будем учиться чему-то. Нету ни одного мудреца, который знает все в мире. Он до конца дней своих находится в своих практиках, в своем познании жизни, изучая себя в нем и людей среди своего пространства. Друзья, это может быть, конечно, не всем понятно, но мне, слава богу, это понятно и многим нашим партнерам, что мы сегодня создаем движение в срок на всю жизнь. Мы сегодня строим вот реальный целый путь, целую дорогу, по которой мы будем вести всех людей дальше. Потому что пока нас немного, и мы дорогу эту прокладываем. А когда будет дорога плотная, она будет такая, знаете, твердая, прочная, устойчивая, по этой дороге пойдут миллионы. Потому что она пожизненная. Эта дорога знаний, она пожизненная, и мне прекрасно понятно, чем мы будем заниматься дальше, и как будем строить отношения, каким образом будут завязываться все бизнес-встречи, и вообще, насколько сегодня это актуально и спросно. На это есть большой спрос. В том же Гугле, если вы отметите себе такой факт, когда люди что они набирают? Я хочу быть счастливым, тренинги по счастью, где научиться, кому съездить, и вообще, самая сегодня трендовая волна – это тренинговая. И наше тренинговое пространство сегодня дает вам не расфокусировку, оно дает вам конкретику. Там такая концентрация. За короткий промежуток времени вы быстро изучаете все прелести жизни, все механизмы и начинаете практиковать в своей жизни. Ребята, это фантастика. Поэтому, если честно… Давайте говорить честно совсем. Вот мы в основном, в большинстве, вообще все люди на Земле, неважно, там сетевой бизнес, не сетевой, всегда чего-то изучаем и много времени тратим на изучение, на разного рода. То есть мы не знаем порой, чем заняться, то ли этим, то ли тем и так далее. То есть еще раз хочу очень важный акцент сделать, что… А в нашей системе вы получите быстрое руководство к действию, к пониманию, кто вы. Вы расложите свои даты рождения. Вы узнаете, почему вы родились в этот день, почему в этот месяц. Вы сложите свое предназначение благодаря этим знаниям, которые находятся в Geltor System. Вы узнаете о себе столько, что вы поймете, чем вам заниматься конкретно, что вам сегодня по предназначению представлено в этой жизни. То есть гораздо есть короче путь. И не надо долбиться об стенку всю жизнь, 30, 40, 50, 60 лет, а некоторые бьются об стенку и 70 лет, и умирают, не зная себя в этой жизни. И я знаю таких людей, и у меня есть такие люди, которые ушли из жизни и даже этого не знали. Они не знали о себе ничего. Они умерли как будто в полутьме. Они не поняли ничего, для чего они жили здесь. Для чего они с кем-то жили, замуж выходили, рожали детей? Они не поняли, зачем это все было. И это было реально откровением, когда я это поняла. И сегодня есть такой шанс у каждого человека, который смотрит сегодня меня, и действительно задуматься и почувствовать, что мы в этой жизни нужны все друг другу. И то, что провожу сегодня я с вами, это очень важный эфир, потому что многие ищут это, у многих есть сегодня отклик. И я, слава богу, читаю это каждый день в сообщениях. И какой крутой бизнес, получаешь только одни благодарности. Благодарности за то, что ты открыл такую компанию классную.
что есть такой классный Корнеев Александр. Я ему благодарности посылаю каждый божий день, потому что я считаю, это мой учитель, мы с ним больше 5 лет знакомы, взаимодействуем. И, конечно же, благодаря его поддержке, его мудрости, его пониманию, опыту, этой системе, вся моя жизнь и все мои реакции, они, конечно же, апгрейдились, трансформировались. И это другая жизнь, друзья, другая абсолютно. Я желаю вам всем этой радости, этой реально искренней радости по жизни и ей делиться. Как легко строить наш бизнес. Проходишь обучение, делишься своей трансформацией. А самое главное, если у вас нет своей трансформации, вы можете эти все истории, реальные истории людей найти в YouTube-канале, везде в социальных сетях и просто поделиться, узнать и поделиться. Потому что сегодня продающие истории – это очень крутой инструмент. Наши сегодня истории не придуманы, они сегодня настоящие, они сегодня глубинные. И какие сегодня задачи решают наши партнеры, это, конечно, хвала Богу, потому что такие задачи не решают даже психологи за десятки лет. За десятки лет не решают такие задачи, это факты. Поэтому, если вы сегодня услышите, насколько сегодня я хочу до глубины, до какой достучаться до вас, кто знает уже, кто не знает, может, кто-то заново посмотрел сегодня меня и понял, что да, слушай, есть о чем задуматься, пора уже воспользоваться такой классной возможностью. Наши двери открыты для всех. Наши двери для всех открыты, и мы готовы работать и встречаться, потому что наш бизнес – это бизнес коммуникации, бизнес встреч, и сегодня… Соответственно, моя школа, она посвящена к этому пониманию. Если у вас будет понимание, у вас будут крутые продажи. Вы будете продавать столько, сколько вы даже себе представить не сможете. Вы будете продавать и получать от этого 90% в сеть. Вы будете продавать с легкостью эту систему, и у вас не будет угрызения совести, и у вас будет денежный поток открываться и открываться. Он будет расширяться и расширяться. Потому что наш продукт – это система знаний. Но если вы воспользовались ей сами, вам легко об этом говорить, вам легко об этом петь, вам об этом легко делать. И когда ваши встречи, они будут радостными, и люди будут зажигаться с полоборота, потому что они будут видеть, что вы поняли, что вы понимаете, о чем вы говорите, а не просто бла-бла-бла, бла-бла-бла. Что-то там есть, какой-то там торсистем, какая-то там система маркетинга и так далее. Да, оно есть. Есть люди, которые не нуждаются в никаких знаниях и просто пользуются нашим маркетингом уникальным. Мы не запрещаем пользоваться маркетингом и, допустим, там учиться. Мы не делаем обязаловку учиться вместе с нами. Мы просто даем вместе со всей маркетинговой частью большое-большое полотно для обучения. Оно все расписано поэтапно, там не запутаешься, каждый может пройти поэтапно этот путь. Ребята, когда захочется. То есть вы можете зарабатывать, можете учиться, а можете одновременно. Это шикарная платформа, скажем так. Поэтому, друзья, не забывайте про эту шикарную систему, пользуйтесь ей каждый день, обязательно. Если вы будете применять каждый день, каждую секунду и ощущать в моменте себя вот здесь и сейчас, что у вас происходит и что вы сегодня осознанно хотите поменять и делать будете в сторону эти шаги для изменения, это вообще будет круто, это будет реально. Просто круто было, так скажем. Поэтому мой совет, прям, знаете, начинайте с себя. Пишите свою историю, и она вас будет продавать и давать вам очень много денег. Это сегодня говорит мировая практика и сетевого бизнеса. Любой сегодня сетевой бизнес, который имеет миллионеров, они сегодня продают свои истории реальные, пути к успеху. Я не буду сегодня говорить, пальцем показывать, кто конкретно, да, кого я там знаю, да, конкретно я их много людей знаю, кто действительно прошел большой путь интересный, и их история до мурашек на сцене обычно звучит, и все хотят после этого как-то двигаться, работать, вдохновляться и так далее. Эти встречи нужны. Эти встречи наша компания, естественно, организует и будет организовывать. Еще раз хочу дать большую благодарность нашему Казахстану, который сегодня в том числе работает, и вчера работал, и сегодня провели больше 100 человек как бы на тренинг, да, где идет уже большая трансформация, у людей глаза по 5 копеек, эмоции зашкаливают, что происходит там в залах, я представляю, просто я была в таких вот, ну, как бы, пространствах, и у меня такая большая радость, такая гордость берет за наших партнеров, что они действительно получают в жизни какое-то, не знаю, инструментище, такую благость, что
Просто, знаете, все по-другому будет. Я знаю, что у каждого партнера оно все начинает все лучше, лучше, лучше идти вперед. А это все без конца и края, поверьте мне, без конца и края. Нам есть куда идти, есть над чем работать каждый день. И поэтому давайте мы сегодня с вами определимся, что мы сегодня хотим в этой компании получить. Либо обучение, либо наши, как говорится, инструменты для заработка. Про инструменты для заработка мы очень много говорим на наших школах, потому что наша компания – это реальный канат. Держитесь за него каждый день, каждый день. И тогда у вас будет в жизни счастье. Вот и все. Проходите каждый день модуль, один час в день. Заглядывайте просто периодически. Да, вы это знаете, но вы каждый день будете себя практиковать и контролировать, дисциплинировать себя. У вас вообще будет другая жизнь. Говорю полностью осознанно это, потому что сама нахожусь, когда в раскачке, я понимаю, я раз туда, потому что все, меня начинают уводить. Если у тебя нету этого антибиотика, да, природного, я так называю его, это реальный природный антибиотик, который вам помогает просто идти вперед, вообще ничего не бояться, вперед и все, к процветанию и богатству. Поэтому, друзья, благодарю, что вы были с нами, потому что я вижу, что когда начинают люди этот импульс получать, они начинают его увеличивать, мы начинаем очень смело идти ярко вперед, и вообще начинаются удивительные посты у людей, они начинают самозажигаться, они начинают опять понимать себя, они начинают понимать эту среду, куда они попали, с какими возможностями, это чудеса, ребята, это чудеса, реально, что происходит. Поэтому всем желаю вот этого настроения, вот этого понимания, друзья, берегите как зеницу ока эту систему, она будет с вами на всю жизнь, потому что все, что вы получаете, а это уже никто не отберет никогда, никогда от вас это не исчезнет. Это останется в вашей памяти, в вашей практике, в ваших нейронных связях, и все это передастся вашему поколению. Все, что вы сегодня практикуете в компании Geltour System, это ваше навсегда. Я вас поздравляю с этим. Я радуюсь за то, что сегодня через меня такая возможность протекает, и я вижу, что это великое благо, которым пользуюсь я и все наше сообщество. Я желаю вам классных выходных, пишите свою историю, не бойтесь ничего и держитесь.